Да, да ты что? Да точно, да. Это же оттуда кто-то прыгает, понимаешь? А, нет, то это сделали, чтобы тарзанку зацепить. Она там сверху, это самая, тарзанка. Видишь, за ту ветку толстую. Он как раз к этому, как к этой ветке, чтобы тарзанку это самое сделать. Это не прыгают в воду, это... Да, да там это тарзанку это закрепляют. Ну вот делаю панораму этого места. Смотри, какой класс. Посмотрим, как она потом смотрится, эта панорама в 4К. Да. А вон тот мостик, который ремонтируют, вон там дальше он. А тут это у нас посреди леса еще и такая асфальтовая велодорожка. 40 лет здесь ездишь, да. Никогда не 40 лет ездишь и никогда не видел, что тут асфальтовая дорожка. Да, да. А этой асфальтовой дорожки, наверное, не 40, а 60, наверное, или 50, потому что уже... Ну класс. Это точно. Вот это тарзанистое дерево, блин. Ну класс. Видишь? Будем теперь снимать 4К фильмы. Да, еще и детей приезжают. Конечно, да. Ну это обязательно, да. Обязательно. Ну запомни, что мостик, с этой стороны вот за 7-й. Да. Так, Валерий Иванович, можно ехать? О, красивенько как. О, тут песочек. Да.
Вот, так вот пошли, вон там вон зеленая есть, это самое, или она там закрыта. Там сядем, побухаем. Вот смотри, вон там зелененькая есть, вон там, вон то. Да, да. Пошли. Туда мы что-то пройдем? Пройдем. Ну, то и давай. В принципе, уже можем, да? Ну, да. Час дня уже ну, есть. Ну, уже все в порядке, да. Да. Ну что, 3 часа. О, сейчас собаки сбегутся. А ну пошли! А ну пошли сюда! А ну пошло! Вот если бы было чуть-чуть морозец посильнее, можно было бы покататься на велосипеде. По льду этому. Я когда-то с Блажеевой где-то в марте месяце мы проезжали вот это на Министерке, там уже подтаивать начинал лед, понимаешь? Ага. А мы были тогда безбашенные совсем, Василиса еще не было. И мы по этому льду по Министерке поехали. Кстати, Ирина мне показала снимок, где стоит это самое, на льду, ну, велик он не видно, а я говорю, так я видел фильм, Коля показывал, ага. Как вы ездили тут по льду по этому. Ну да, да. Так оно и есть, Валерий Иванович. А, так мы не зайдем, если зайдем туда. А, зайдем таки. Ну, в ту зеленую будку, не? Не, не зайдем, Валера. Просмотр. А, может, вот там вот обойти, где там надо будет. А, вон там вход есть, да. Все в порядке. А, не, не все в порядке. А, не, все в порядке. Не, не все в порядке, закрыто, сынок. Закрыто. И не пролезть, да? Это типа лодочной станции какой-то.
О, вон там, смотри, можно в Валера сесть. Ну да, давай, да. Поехали, где хочешь. Туда? Поехали. Скамеечка есть, но она сырая. Пошли вон туда.